Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». Неделя многим запомнится яркими событиями в личной жизни и в профессиональной деятельности. У кого есть все шансы изменить свое семейное положение, а кому лучше сосредоточиться на рабочих контактах, расскажем в нашем астрологическом прогнозе. Астрологи советуют Овнам до мельчайших деталей проверять полученную информацию. Не исключено, что вы будете склонны в ближайшие 7 дней принимать желаемое за действительное. События этой недели сами подскажут, в каком направлении вам лучше всего двигаться. В первой половине недели не планируйте много бытовых дел и рутинной работы. Вы будете постоянно отвлекаться. Поддержка друзей, знакомых, коллег и начальства растрогает даже самых серьезных представителей знака Телец. Поблагодарите этих людей и поищите милые подарки на Новый год. Звезды обещают близнецам все финансовые решения или вложенные во что-то деньги в середине декабря будут долго приносить стабильную прибыль. Не упустите момент, в году всего несколько таких удачных дней. Раки, представители творческих профессий, на этой неделе смогут серьезно продвинуться вперед и создать основу для будущего успеха. Все начатое и сделанное в середине декабря будет очень прочным. Расположение планет в гороскопе Львов на этой неделе подсказывает, что пора вывести отношения на новый уровень. Необходимо сделать выбор и определиться, чего вы хотите дальше в своей личной жизни. Девам звезды советуют на этой неделе быть всегда на связи, так как вам может прийти долгожданное известие. Новости будут касаться поездок, официальных ответов или документов, которых вы ждете. На этой неделе весам поступит деловое предложение. Если вы воспользуетесь ситуацией, то ваша жизнь заиграет новыми красками и дела пойдут в гору. Жизненная энергия скорпионов на подъеме, вы полны сил и желания действовать. Возможно, вы решите, что пора сделать ремонт или поменять место жительства. Стрельцы найдут себе делового партнера среди близкого окружения, и с этим человеком вы, возможно, начнете совместный проект. Вероятнее всего, он будет связан с творчеством. В личной жизни стрельцов может появиться кто-то третий. Не спешите делать выбор и рубить с плеча. Скорее всего, через какое-то время ситуация изменится без вашего вмешательства. Козерогам звезды обещают новые яркие впечатления и эмоции на этой неделе, как на работе, так и в личной жизни. Появится много возможностей для увеличения материального благосостояния. Наиболее сильное качество водолеев на этой неделе – коммуникабельность. Сейчас вы будете блистать на различных встречах и конференциях, а доклады и презентации, запланированные на это время, пройдут особенно удачно. Кроме того, в неформальной беседе вы можете получить очень нужную информацию, которая пригодится в дальнейшем. Продуктивная неделя ждет предприимчивых представителей знака Рыбы, которые готовы двигаться вперед. Удачное время для поиска работы, заключения сделок и подписания соглашений, причем все они окажутся серьезными и долговечными. Помните, ваша судьба в ваших руках, действуйте смело и решительно, а звезды помогут выбрать верный путь. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!